гладкий малыш. Смотрите, бедняжка опять была возле дороги. Ой, да боку это слишком болезненно, поэтому, наверное, надо тебя отвезти куда-нибудь в ближайшее село. А вот это так, ну, пришлось чуть изменить маршрут и ехать в этот село, какой-то Кюнгюрт, не знаю, надо уточнить, какое село. Ну, неважно, песик отвезем и вернемся. Пушечка. Так, это село Ашара Кюнгюрт. Мне сказали, что это место столовое. Так что у малышки, наверное, будет место. Джон, иди сюда. Иди ко мне, мое солнышко. Иди, иди. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Подожди, я сейчас тебе кушать дам.